всем зрителям, подписчикам канала Райская усадьба привет. Сегодня у нас рассказ о том, как будем строить теплицу. Капелька 3х4, капелька крепыш, из трубы 20х40. У нас запчасти. Теплица будет 2. Стоять будет на брусе. Вот там у нас фундамент подготовлен. Приехали, разгрузились, начинаем работать. Работа полным ходом. Один каркас у нас стоит. Сейчас доделаем фундамент под второй каркас. Переделаем торцы, тоже будет готов. И начнем крыть поликарбонатом. Сейчас как раз протягиваем анкеры, которые крепят брус к бетону. Первый день работ по возведению капелек у нас завершился. Какие-то долгоиграющие получились капельки. Осталось совсем немножко установить форточный блок с автоматами на каждую теплицу. И в первой теплице обшить две двери. Вторая теплица уже практически готова. Только форточного блока не хватает. Примерно на полдня работы приедем и сделаем. Так, второй день у нас работ по строительству двух теплиц, двух капелек. Нам оставалось доделать двери и форточные блоки. Все это сделано, теплица готова. Пойдем смотреть. Двери у нас нового образца, здесь с форточкой встроенной, 4 штуки таких. Фиксируется крючком. Сам каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х40, поэтому он крепыш, называется капля. Покрашено все полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Имеется у нас форточный блок на термоприводах. Пока они деактивированы, так скажем, по-русски просто отключены, потому что зима, просто так будут болтаться. Потом их нужно будет раз одел на шарик туда, на крепежный, и все. Есть диагональные усилители, по 2 штуки на каждую сторону, 4 на теплицу. Все это дело стоит у нас на брусе, брус 150 на 150, обработан и с помощью анкеров закреплен к бетонному основанию. Дверь опущена вниз, сделан пропил. Так, продолжаем. Сейчас пойдем в другую теплицу. Она абсолютно такая же, у нас они близнецы, так скажем, теплицы, тоже 3х4. Все то же самое расположение форточного блока, двери, как у первой, так и у второй теплицы. Сейчас солнышко еще вышло, так все блестит на солнышке, снежок. Здесь по низу у нас спущен отлив, уголок 50 на 50. С другой стороны. Все, дверь закрыта. Форточка открыта. Если нужно.
получились у нас капельки симпатичные, аккуратные, а главное качественные и надежные. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!